красивое сегодня небо. Посмотрите, вот там наверняка гроза или дождь. Шторм. Но так красиво море вообще. Посмотрите, какого цвета море. Посмотрите просто, какая красота, какой контраст. Цвет воды и цвет грозового неба. Вот где-то там уже идет дождь, видимо. Вот прилетел очередной самолет. Они совершают рейс несколько раз в день. Привозят туристов, привозят какие-то грузы. Сейчас шли с обеда, и я набрала немножко семян. Не знаю, что из этого получится. Я даже не знаю названия, честно говоря. Сорвала вот такие коробочки. Вот. И постараюсь дома из них добыть семена и посеять. Это какой-то кустарник, цветет такими крупными цветами, похожими на гибискус. Но листья другие. Это какой-то суккулент. Тоже оторвала вот такие засохшие соцветия. И вроде как семена с них сыпятся. И вдоль берега растет вот такая лиана. Фиолетовыми цветочками распускается в виде... Вернее, похоже на ипомею, на нашу. А вот эта лиана цветет вот такими цветочками, желтенькими. В общем, я сейчас завяжу бумагой туалетной, обмотаю влажной и положу в целлофановый пакет. Постараюсь довести. Не знаю, завянут, не завянут. Ну, в общем... Постараюсь это сделать и посажу дома. О, нам письмо Вадик положили. Ой, письма счастья. Сейчас посмотрим, что это за письмо. Так. Ага. Вадик, нас в японский ресторан приглашают 17-го. 18:30 это а-ля карт. Угу. Азель. Это менеджер русскоговорящая. Вот она для нас забронировала ресторан. Спасибо, Азель, огромное. Спасибо. Мы сегодня после ужина пришли из Рио Палас в Рио Атолл проведать, как они тут без нас. Так, вот, сюда присядь. Пинаколада. Кто пинаколада? Обычно концерт начинается в 8 часов. Вот, ну, бывает, что иногда немножко задерживается. Mm-hmm.
О, смотри, какая. Кто это? Рыба это, что ли? Игла? Длинная. Интересная такая. Хорошо, хоть довезли нас. Все, пешком не ходить. Ой, холодрыга. Холодрыга. Так, кондишн на 23 стоит. Ё-моё. Ну-ка. Делаем на максимум. Вот так, 32. Во. Что ж так холодно? Открывай нам дверь, да. На улице теплее, чем здесь. Ой, хорошо. Ой, вот здесь вот погреться можно. Вот каждый раз мы заходим в комнату сюда, и здесь, ну, просто холодрыга. Ой, еще и вот этот работает. Сейчас я его выключу. Вот. Так. Сейчас он остановится. Вот мы вот так открываем каждый раз вот эту дверь на улицу и пускаем сюда тепло. Ой, погодка хороша. Когда вы последний раз смотрели в небо, друзья? Давайте все вместе посмотрим. Просто хочу вам показать, какое здесь ясное небо. И я сейчас ничего не буду говорить. Просто будет шум моря и звезды. Подошел к концу наш отдых, вещи собраны, сейчас 7:30 утра, за чемоданом придут, вот чемодан уже стоит, нужно его выкатить за дверь и оттуда уже его заберут. Мы с Вадиком уже с утра приняли душ и сейчас мы переоденемся уже вот в ту одежду, в которой полетим и пойдем на завтрак. Да, хорошо, что мы успеваем позавтракать. Я как... Смотрите, кто... Ужас, у меня лицо красное, я даже боюсь вам близко его показать. У меня лицо сгорело, невозможно.
Здесь, ну, я вообще вся сгорела. Здесь от этого солнца не спрячешься вообще никуда. Мажься кремом, не мажься, мне кажется, все равно сгоришь. Я намазала лицо алоэ вера гелем. Ну, ладно, ничего. Это все быстро, быстро пройдет. Ну что, давайте пробежимся по нашей вилле. Как говорится, на память останутся эти кадры, как и многие другие. Так, ну вот, с собой у нас будет вот эта сумка, маленькая сумка вот с документами, ноутбук, ну и все. Вот тут уже наша обувь стоит. Ну и больше у нас с собой ничего. В общем, аппаратуру даже всю сюда запихала, в чемоданы. Так, нужно проверить. Так, все ли мы забрали. Да, все. Так, ну вот это я надену. Главное проверить сейф. Я вроде вчера еще проверяла его. Все пусто. Все забрали. Так, ну что? Ах, слоника нам сделали. Какого красивого. Но цветочек уже завял. Так, это нужно сдать электронные ключи. На ресепшн нам давали запасной. Так. Это все с собой. Так, это можно выбросить. Наверное. А нет, пусть останется пока. Ну что, все. Ничего не оставили. Ничего не забыли. Ой, красота. Так, цветочки, цветочки. Остается все здесь, а мы улетаем. Грузят наши чемоданы. И сейчас вот на этой лодке у нас будет трансфер до соседнего острова. И оттуда самолетом до Мали.
have the mask? Yes. 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 Всем надеть маски надо в автобусе. Have this code? Nipacha QR code? For you, sir? Yes, sir. Everyone have? Yes. Yes. This code and PCR test they need for the next flight in Malay. No need for this flight. This flight need only passport. Malay they need QR code and PCR test report. Okay? Сказали приготовить к Мале паспорт и QR-код. Сейчас в аэропорту промежуточном зарегистрировались, сдали багаж. Вот такие у нас билетики. 10:35, вылет с острова Мале. Зал ожидания совсем небольшой, можно сказать, вообще маленький. Мы прошли контроль вот в этом маленьком аэропорту. Вот, и сейчас уже ждем посадку. Маски обязательно. Прям следят за этим. Мы уселись прямо рядом с крылом места. В Мале и отсюда уже в Москву. Мы сели в самолет на Москву. Места попались около окошка, но на крыло смотрят. Наверное, будет очень-очень шумно, но ничего, полный самолет летит, задержали немножечко, но ничего. Now I'm on the morning train down to Slovenia.